И всем привет! В этом видео узнаете, как сделать меч. Для начала нам следует добавить парт, чтобы сделать основную часть. Теперь вы можете его раскрасить. Наш меч готов, давайте добавим тул. А в него мы перекидываем все детали, которые сделали заранее. Ручки меняем название на handle. Добавляем well constraint, это будет соединять деталь меча, чтобы он не сломался. В первую часть мы добавляем handle, а во вторую part. То же самое делаем со вторым. В верхней части меча меняем название на hit, а также добавим remote event. Добавляем персонажа, чтобы сделать анимацию меча. Теперь следует перекинуть в него наш меч. Если он отображается некорректно, то следует изменить его позицию. Важно, чтобы персонаж держал меч правильным образом. Открываем любой удобный аниматор, после чего приступаем к анимации. Вот что у нас получилось в итоге. Экспортируем файл, а после сохраняем в Роблоксе. Копируем ID модели, оно пригодится нам в будущем. Теперь достаем из персонажа наш меч. Изменим название Tool на Sword, а после добавим скрипт. Добавляем анимацию в скрипт, а в него наш скопированный ID модели. Теперь вписываем название. Эта функция дает понять скрипту то, что вызывается функция. Давайте добавим мечу Bull Value. Создаем local script. Таким образом мы вызываем remote event и даем понять, что нужно совершить какое-нибудь действие. Перекидываем sword в starter pack, чтобы зайдя в игру, меч был у нас в руках. Давайте достанем меч и проверим, работает он или нет. Как видим, все работает, анимация воспроизводится с каждым нажатием. На этом все. Если вам помогло это видео, прожмите лайк. До скорых встреч!